дают следующую. Call как там Валера говорил. Хочешь, я тебе расскажу охуенную историю? Нет, спасибо. Ну это его слова были, ты чё? No, знаешь, если мне сейчас кто-нибудь попросит пройти со мной Borderlands 2, меня стошнит. Может, мне надоело уже пятый раз смотреть на заставку, все это, и все это бегать опять просто. Я, у меня снялось, как у Валера. Надеюсь, еще карты будут. По Порталу? Ну, чё, да. Ара, ты чё? На сегодня нет. Короче, смотри, у меня опять по сталкеру нет четвертой части, вот как обычно. То есть она не прогружается мне. Не выгружается, то есть мне придется опять. Или снимай, а ты нас две, не четвертая, а 4-5. 4.5 часа. Ух ты, что-то красное тут, что за ад? Что за Майнкрафт? Мне это не нравится. Да, мне тоже. О, клавиш, я нашел клавишу. Еее, нажал клавишу. Что это? Мы даже гель не использовали ни разу. Дай, давай думать, что делать. Так, мне надоело, мне титры не нравятся. Ох ты. А, я знаю уже, что делать. Меня бьют! Вот, кнопочка, видишь? Что-то что делать, там что-то должно там кубик, быть. Там кубик, там кубик, там кубик. Его надо туда переключить. Айрет, ты че, ко мне туда попасть? Да начало туда добраться надо. У тебя на вкус всегда настоящий. Ты знаешь вкусы Путина? Ну или Медведева. Нет. Зачем? Я знаю. У меня есть Медведев знакомый. А у тебя нет. У меня есть. Да, да, видел я твоего. Но это мой Медведев. Фейк. Блять, у меня хп мало. Хп. Куда нам идти, Ара, ты чё? Как этот куб там? Чё, а ещё надо? Как нам куда-либо выбраться? Грави лучше. Как вот сразу тут написано две чутухи. Чё за двоечка, ребята, загорелась? Один, два. Ты смотри, сзади тебя тоже горит. Два. А, надо усмотреться вот эти хрени, чтобы загореть. Тогда это будет гореть. А потом мы полетим куда-нибудь. А, вот смотри, вот еще надо, чтобы где горело. Ну, блядь. Почему не могу туда попасть? Почему туда не могу попасть, блядь? Так, смотри, я знаю, что делать. Все, я... вам кофе или чай, люди? Эй, вам кофе или чай? Слушай, иди сюда. Ара, ты чё? Ставь портал вот сюда и... Куда не летает портал? О, а чё краска тут делает? А, тут надо писать. Я хотел вот так поставить, потом как-то не знаю. Короче, нам же эту сторону увидеть, мы не видим эту сторону. А вон один загорелся. Да. О, мы сейчас разгонимся, наверное, дай. Да, разгонимся. Ой, разогнался. Вот туда бы синяя не помешала. А синий здесь есть, вот синий. Где синий? Вот синий. Все, пофиг, ставим его туда. Ну, поставь как. Как ее включить? Вот. Как ты ее включал? Я не включал ее. Ара, ты чё? Давай сюда. Привет, Тач. Я знаю, кажется, как. Давай ко мне. Ара, ты куда? Ладно. Ко мне. Камон, Макс, камон. Камон, not back. Без танцев. Иди сюда, блин, дай угорать. Ара, ты чё? Ты фэт какой-то. Иди сюда. И теперь вот сюда. Вот сюда, портал. Ара, ты чё? И сюда становись, давай становись. Фэт, блядь, ара, ты чё жирный, бля, вообще фэт. И хули, я кривой какой-то, блядь, наверное. Какой там кривой, блядь. Ниже портал ставь. Ниже, всё, ара. Так, а теперь надо убрать. Она не горит, ара. Всё, перелазим, вот сюда поставь. Не знаю, куда.
все, зашибись, сейчас я разгонюсь, как и убери эту хрень с дороги. Ара! Почему я долетел? Я долетел, ты рак. Почему ты рачок долетел? Ара ты рачок, ара ты рачок. Ты прыгнул. Да, рачок. Рачок, рачок за Скайрим. Почему я не дам? Рак, ты просто рак. Иди на какой-то рак. Отписывайся. Обоссы себе лицо, если ты не играешь в доту. Все, хочешь попасть ко мне, добро пожаловать. Я пошел нахуй. Иди портал тут сделай, ему не надо. Вот, иди, блядь, я тебя сделал проход. Ты кривой, ты тупая криворукая жопа. Где портал, черт возьми? Да я поставил портал, вот он, вот портал, прыгай в него сразу. Пофиг, я тогда прыгну. Жирный, блядь. Иди нафиг. Fat girl. Tonky. Fat girl. Fat Tonky. Girl. Тонкий. А ты fat girl. И что? Мне можно. Так, все, теперь надо тебе вон там поставить бутанчик. Где лазер начинается. Вот, вот сюда встань, где я стою. Вот там встань. Приблизь. Все. Ара ты, чё? Ара ты, Да, чё? Теперь поровни его поставь. Да еще легко сказать поровни поставь. А. Ладно. Спецоперация. Зачем ты туда прёшь? Давай красный портал просто поставь нормально. Зашибись. Вот. Другую сторону. Это не надо трогать, это надо сразу. Дай мой кубик, мой кубик. Я себя задолбал. Да все, все, да. Все, не убьёшь меня, хоть тебе. Жирный, фэд. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да хрэ, реально. Да сука, фэд, блядь. Ты в рот твой топтал, блядь. Давай, да уже поставь нормально, ты чертов портал. Я поставил его нормально, чё тебе не нравится? Вот. Вот, соответственно, горит эта хрень. Так, а почему? Повыше поставь портал теперь. Блядь, я не люблю. Вот я зашибись. Что? Как она горит? Как она горит? Пол? Как она горит? Стоп. Ты видишь, что кубик горит с лазером? Нет. О, он что? Теперь... Кубик с лазером горит. Да вот именно он с лазером. Горит он? Чё такого? Вот типа лазер, вот от него лазер идет, а он не подсоединен даже к лазеру. Так, тебе надо. Вот... Криво, блядь. О, о. Я на базу. Так, тебе сначала сюда... А, нет, да-да-да, правильно, на базу иди, иди на базу, иди на базу. Только как мы вернемся сюда? И зачем нам на базу? Чтоб ты на кнопку встал. А я барменом побуду. Иди на кнопку. 5 минут. Иду. Криво. Сейчас. Поправим. Я буду говорить тихо, брата. Потому что моя мама такая, я слышу, что через дверь. Все, зашибись. Он загорелся. Все рушится. Белая краска. Все. А нам надо... А как? Так, а теперь куда вообще идти? У меня вопрос такой волнует. Так, все, он уже сам горит, нам это не надо. Жми кнопку, хрен тебе. Я хочу в трубу пойти. Нельзя, я слишком тонкий. О, я в белой краске. Тьфу, чувак, давай думать, куда нам идти. Давай, думай. Думай, негр, думай. Сам негр. Вот нам куда надо. А зачем нам белая краска? Чтобы порталы ставить на меня. Давай, так, молодец. Давай, пока поставь там портал прямо в стену. А ты уже тут. Я думал, ты там. Тут нет стены, ара. Какого хрена? Какого хрена нас станет? Я вылетел. Но мы же знаем, что делать. Мы знаем, что делать. Мне кажется.